У артемовских спортсменов по стрельбе из классического лука началась подготовка к предстоящим соревнованиям Кубка города Екатеринбурга. Стоит отметить, у наших ребят есть все шансы занять призовые и победные места. За год и 8 месяцев Вениамин Владиславович сумел подготовить двух кандидатов в мастера спорта по стрельбе из классического лука. Это Кабакова Александра, она сегодня является студенткой Уральского федерального университета. И учащегося третьей школы Буланова Николая, который выполнил 25 октября спортивную квалификацию кандидата в мастера спорта по стрельбе из классического лука. Теперь в нашем городе есть два кандидата по стрельбе, кандидата в мастера спорта по стрельбе из классического лука. Эти люди включены уже в сборную области. По итогам общим финалам они заняли 4-5 место по области. Вот. Сейчас ребята готовятся к следующим соревнованиям, которое состоится 9 числа этого месяца. Это будет Кубок города Екатеринбурга, вот, куда поедут все ребята, которые уже стреляют довольно-таки профессионально. Вот, потому что практически в клубе все, кто начинал когда-то год-полтора назад, вот, они имеют определенные разряды. Ребята, те, которые сейчас поедут, это 5 человек. Эти ребята планируются уже выступить и показать более высокие результаты. Вот мы от них, по крайней мере, этого ждем. В ходе тренировочного дня, на котором удалось побывать съемочной группе телерадиокомпании «Альтекс.Медиа», юные лучники с особым упорством оттачивали свое мастерство. Ведь впереди ответственная встреча с соперниками со всей Свердловской области. Тренер артемовских лучников Вениамин Денисов с гордостью представил спортсменов, на которых сегодня возлагаются большие надежды. Пригласил одних из самых сильных стрелков нашего клуба. Вот, это кандидат в мастера спорта Буланова Николая, вот, и Митрохову Александру. Митрохова Александра у нас в клубе единственная, которая имеет титул чемпионки Уральского федерального округа по филду. Вот, и в ее возрастной группе. Вот, и она является участником этапа Кубка Евразии, и на последнем этапе она заняла первое место. На последнем чемпионате Уральского федерального округа филд, это стрельба, которая происходит в лесу, ребята с города Артемовска привезли все первых 3 медали призовых. Я являюсь одним из самых, так сказать, взрослых и старших тут, так как я с самого основания этого клуба. На данный момент я имею как кандидат мастера спорта, 3 место по филду и готовлюсь на данный момент к Кубку города Екатеринбург и надеждам России, которая будет проходить в Великих Луках. Это Кубок России. Заинтересовалась этим видом спорта. И как только поехала на первые соревнования, заняла первое место. Сейчас я имею первый юношеский разряд. Гарантирую съездить на Кубок Свердловской области и занять там первое место. И получить взрослый разряд. По словам руководителя военно-патриотического клуба «Патриот» 2015 Александра Шайдурова, на базе которого и была организована секция по стрельбе из лука, артемовским спортсменам очень повезло с тренером и наставником. Ведь им является мастер спорта международного класса Вениамин Денисов. Получилось так, что я встретил человека талантливого и профессионально подготовленного. Это тренера этой секции Дениса Владиславовича. Он является на сегодняшний день мастером спорта международного класса по стрельбе из классического лука. Таких специалистов в области 3, а в нашем городе он единственный. И я попросил его заняться с детьми нашего военно-патриотического клуба и организовать секцию по стрельбе из классического лука. У нас была проблема с поиском помещения спортивного зала. Нас интересовал размер зала и график подготовки тренировок. Единственную школу, которую нам было позволено, это
спортивный зал третьей школы. Но на сегодняшний день вот мы имеем и второй спортивный зал в 56-й школе, за что мы им очень благодарны. Здесь тоже вторая секция детей образовалась. В каждой секции не менее 20 человек. В двух секциях порядка 40 детей. По словам Александра Шайдурова, в следующем году Артемовский городской округ ждет значимое событие. На территории муниципалитета запланировано проведение первенства области по стрельбе из классического лука. Я хочу сегодня поблагодарить тех людей, которые являются нашими помощниками. Благодаря им, а именно Александру Петровичу Малых, который нам создал условия для тренировки летом и подготовил поле для стрельбы из классического лука по всем олимпийским дисциплинам. Подобной площадки в области, кроме Артемовска, нет ни в одном городе. В Екатеринбурге тоже нет. Мы единственные, кто обладаем такой площадкой. И поэтому, значит, Федерация стрельбы из лука Свердловской области планирует первенство области 2020 года проводить на площадке нашего военно-патриотического клуба в городе Артемовске. Сегодня и руководитель клуба «Патриот-2015», и тренер, и сами спортсмены искренне благодарны всем, кто помогает в развитии данного спорта в нашем городе. Ведь, возможно, среди этих юных артемовских лучников есть те, кто представит муниципалитет на летней универсиаде 2023 года в Екатеринбурге.